Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо большое, что вы зашли ко мне в гости на мой канал и смотрите мое видео. Огромное всем спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши очень теплые пожелания в мой адрес. Я очень-очень рада, что вам нравится и мои видео, и я буду снимать дальше для вас. Сегодня у меня была большая работа на кухне, я продолжала дальше мыть шкафы, но я не стала вам ничего показывать, потому что это не так уж интересно. Я просто покажу вам, как я храню посуду и что у меня находится в шкафах. У меня целое отделение шкафа с кружками. Есть кружки зимние, которые я достаю зимой. И разные-разные такие кружки. У меня в шкафах очень много полки корзина. Они очень удобные и не занимают много места. Прорезиновые, чтобы не портить мебель. И они мне очень нравятся. Так удобно и так хорошо хранить посуду так. У меня разные маленькие есть для эспрессо, и есть такие для чая, эти тоже с зимним узором, тоже очень красивые, с снежинками. Есть веселые у меня, летние, весенние, всякие есть. Мы очень любим кружки, и поэтому их так много. Есть еще у меня эти ручной работы у меня для чая и для кофе. Им очень много лет, и мы их тоже очень любим. Мы пользуемся каждый день. В другом отделении шкафа у меня хранится, это у меня супница, и там такие большие блюда. У меня очень много таких глубоких салатниц, разные, и больше, и средние, и меньше. Это вся вот тоже такие же полки-корзины, очень-очень удобные. У кого нет, я вам советую. Это посуда, которой я пользуюсь каждый день. Остальная посуда у меня находится в столовой, в большом буфете, который я вам показывала. Там все и чайные сервизы, и ну, то же самое пользуемся, но это на каждый день. Это отделение шкафа у меня для запекания. Такие все формы мои для запекания керамические. Это все для духовки. И у меня хранится в отдельно тоже отделение шкафа. У меня комбайн, который для теста, сливки и все остальное. Очень аккуратно они у меня лежат, и очень легко их достать, потому что они в таких в корзинах, которые я покупала в Икее. А в этом отделении у меня такие термосы для кофе, для чая и наши бутылки, которые мы ходим гулять. Воду с собой берем. И в этом шкафу такие вот тоже банки, ну, лавровый лист. И вот так смотрится. Здесь у нас там сзади такая труба. Так смотрится вот это отделение шкафа. Все специи у меня находятся на рабочем столе. Такая вот двухъярусная такая у меня этажера, так сказать, деревянная. И все специи у меня под рукой. Очень удобно. Очень. Хочу вам показать вот эту бутылку. Я не смогла с ней расстаться, потому что посмотрите, какая она красивая. В ней было оливковое масло. И когда закончилось, я все помыла горячей водой, содой. И так красиво украшать кухню я ставлю по одному, потому что горлышко, оно узкое, но очень красивое. Посмотрите, какая она прелесть.
очень хорошо украшать для декора. Такая бутылка, сама прелесть. В ней роза так красиво смотрится. Сегодня я сделала очень вкусный смузи на моем новом комбайне. Там у меня разные ягоды. И добавила еще миндальное молоко. И все это сбила, и получилось очень вкусно, витамины и очень полезно для нашего организма. И те, кто на правильном питании, да для всех, конечно, кто следит за весом, я вам советую. И потом я добавила немножко сиропа кленового. Ну, можно было и без сиропа, конечно. И налила в мою любимую кружку. И сделала 5 минут отдыха и насладилась этим смузи. Очень вкусно. Я напишу под видео ингредиенты и подсчет калорий. Какая вкуснотища! Очень вкусно, очень. На перекус хочу поделиться с вами рецептом. Очень быстро и очень полезно и очень вкусно. Это были фаршированные такие помидоры с кремом, с творог кремообразный такой, знаете. Это делается за 5 минут. Помидоры порезали, и творог я смешала его с чесноком. Немножко перца, по желанию, можно добавить. Все вот это перемешала. И все положила на... Ну, смазала вот эти помидоры. Очень вкусный, полезный, сытный перекус. Полезный для нашего организма. Здесь белки в твороге, кальций. Все, что нужно для организма. Для правильного питания. И потом я на творог, это по желанию, конечно, я положила красную рыбу. Рыба тоже полезна, красная, там полезные жиры. Омега-3. И сверху я положила немножечко укропа. И перекус был восхитительный, очень вкусный. Я напишу в описании под видео ингредиенты и, как всегда, подсчет калорий. Я вам советую очень вкусный перекус. Быстро, полезно, сытно, вкусно. Вот такая красота получилась. Очень красиво. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео до конца. Кому понравилось, поставьте лайки, напишите комментарии, подпишитесь, я буду очень рада. Пока-пока и до новых встреч!